Два ДТП произошло в пятницу, 15 июня. Около 19:40 на 32-м километре автодороги Харьков-Змеев-Балаклея-Гороховатка водитель автомобиля ВАЗ-21013 выезжал с обочины и, выполняя разворот, столкнулся с двигавшимся во встречном направлении ВАЗ-21111, который в результате столкнулся с ВАЗ-21010. От травм, полученных в результате ДТП, погибла 60-летняя пассажирка ВАЗ-21010. Его водители, двое пассажиров ВАЗ-21111 с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Змеевскую центральную районную больницу. За прошедшую неделю на территории Змеевского района случилось у нас ряд ДТП, два из них с летальными исходами. Одно из ДТП случилось по автодороге Харьков-Змеев-Балаклея-Гороховатка на въезде в город Змеев, где были участниками три автомобиля. Один пассажир, который был смертельно травмирован на месте ДТП, и три пассажира было доставлено в Змеевскую ЦРБ. По данному факту ведется расследование. Слыхали сильно большой удар машины. А потом глянули, там два КАМАЗа затормозили. Я аж дымка пешевая. Я говорю, наверное, КАМАЗы, я говорю, ударили. Но мы же побегали туда, когда смотрим сюда. Прибегли сюда, тут уже парни вытягивали и на обочину клали. Он весь был, вот это все залитый кровью. На женщину первую туда уже вынесли, она уже была мертвая. Только той мужчина кричал, и вот тут какой-то парень сильно плакал, стоял. И той мужчина там кричал, но мужчина вообще не мог устать, ее ноги там все побелели. А эти еще тут. И женщина какая-то тут оказывала помощь этому парню. Но откуда она, мы все не видим. В пятницу в селе Шелудковка в результате ДТП также погиб молодой мужчина. Как сообщают сотрудники ГАИ, виновником ДТП стал водитель автомобиля, который, будучи в нетрезвом состоянии, совершил наезд на велосипедистов. В селе Шелудковка, где водитель, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, не справился с управлением, допустил наезд на велосипедистов. В результате чего один из велосипедистов был смертельно травмирован на месте ДТП, пассажир был доставлен в Змеевскую ЦРБ с телесными повреждениями.